видя солнца и планет, не знаю, что творится в мире. Один как перст в пустой квартире, художник массов пишет свет. Самодвижная молитва стучит, как белка в колесе. Он пишет ночью, пишет днем, он пишет темперой и мелом. Он пишет белое на белом, и Божий свет струится в нем. Чтоб свет предмирный, свет нетленный, а холст презренный одереть. Как оправдание